Вдох, выдох. В первый день работы за 2 часа мобильный медицинский центр принял не больше 10 человек. Большая часть из них – девушки и женщины. Ответить на вопрос, связано ли это с тем, что женская часть населения больше внимания обращает на состояние здоровья, врачи не могут. Спектр анализов самый разнообразный. Рассчитан, начиная с детей школьного возраста и заканчивая пенсионерами. С целью профилактики проводим обследование сердечно-сосудистой, дыхательной системы, определяем внутриглазное давление, определяем у людей в капле крови содержание холестерина, сахара, вес, рост, другие параметры организма, которые необходимо знать современному человеку, чтобы оставаться здоровым. Желательно, но не обязательно, скажем так, иметь паспорт и медицинский полис и желание быть здоровым, следить за своим здоровьем, определять параметры, но немножко свободного времени, потому что все равно определение здоровья занимает определенное время, нужно время свободное. Отдельный кабинет рассчитан на обследование женщин. Здесь установлен маммограф. Врачи проводят исследования с целью выявления онкологии молочных желез. Весь прием длится около получаса. Напомним, что центр расположен на проспекте Комсомольском напротив Арсенала. Время работы с 9 утра и до 2 часов дня. Лилия Гарифуллина, Ильшат Исламов. Время новостей.